Всем привет, это Михаил Пайкин, я в Макдональдсе, и сейчас я смешу сотрудников Макдональдса. Они очень реагируют позитивно на меня и радуются. А вон они все ржут, вы слышите их смех? Здрасте, я смешу работников Макдональдса. Вы просто еще не знаете, это новая фишка. Нанимают специального человека, который приходит и смешит работников Макдональдса, чтобы они были более позитивными. Вот смотрите, девушка вообще, она радуется. Почему? А это, смотрите, это невидимые продавцы, невидимые кассиры. Ребята, вы можете смотреть на меня более смело и ржать, прям пальцами показывая меня, вот так, тыкать. Здрасте. Всем привет. Я режиссер театра импровизации, поэтому я так себя веду. Вообще, я нормальный парень, трезвый абсолютно, за здоровый образ жизни. Не ем мясо, кроме тех дней, когда я прихожу в Макдональдс. Роман. Михаил, очень приятно, Роман. Простите, что я просто этой рукой держу телефон. Роман, смотрите, я придумал скетч. Называется «Невидимые сотрудники Макдональдс». Здрасте. Макдональдс ввел новую услугу. Невидимые сотрудники, здрасте. Невидимые кассы, невидимые терминалы и невидимые гамбургеры. Мальчик, привет. Бери невидимый гамбургер, ребят, берите все, это невидимые гамбургеры. Но новая услуга в Макдональдс. Все, никто не ржет уже. О, привет, ты меня поддерживаешь? Привет. Ребята, кто возьмет невидимый гамбургер, получит билет в театр импровизации. Поехали. Привет. Михаил. Очень приятно, как тебя зовут? Катя, сколько тебе лет? Нифига себе, я думал, тебе 14, а мы можем в губы целоваться. Нет, да я шучу. Тем более можем целоваться. Мой муж тоже не будет ревновать. Я покажу ему видос. Держи, это билет, но я не могу с тобой познакомиться. И ты не можешь думать о чем-то большем со мной. Договорились? Не можешь думать. Ну какая ты ненасытная, Катя. Я уже боюсь тебя. Ладно, держи. По-дружески только. Не пытайся меня в губы поцеловать, ладно? Окей. Что, кто возьмет невидимый гамбургер? Эй! Привет! Друзья, невидимые гамбургеры, пожалуйста, берите. Невидимые сотрудники выдают. Как нету, вот гамбургеры лежат, вот. Вот, смотри, вот, вот, бери, вот, смотри, смотри, я кусаю, смотри, кусаю. Господи, как вкусно! Попробуй. Открывай рот. Давай, не бей по гамбургеру. Друзья, кто хочет невидимый гамбургер? Помашите рукой, кого я развеселил. Ура, супер, есть позитивные люди. Даже в Макдональдсе, друзья мои, есть невидимый гамбургер. Театр импровизации. Всем пока.